Знову забули привітати друга з днем народження? А дорогою з роботи додому згадали, що не зробили важливий телефонний дзвінок? Психологи запевняють, наша пам'ять автоматично стирає ті речі, які ми не хочемо пам'ятати. Каждый что-то собирает, там, я не знаю, что угодно, статуэточки какие-то там, может быть, машинки, коробки, что угодно. Ложитесь спать, положите с собой рядом свою вот эту вот статуэточку, да, и скажите, я утром проснусь, на нее посмотрю и вспомню, что мне надо сделать важный звонок маме. Працюють також старі перевірені способи. Нагадування на мобільному телефоні або яскраві папірці з завданнями на видних місцях. Красивые, яркие, разноцветные бумажки, розовые, голубые, там, желтые, зеленые и прекрасные магниты на холодильник. Сегодня этого масса всего, это и красиво, и удобно, это тоже может абсолютно быть подсказкой, помощью. А еще заведите себе календарь с важными датами, днями рождения близких и річницями. И тогда вы ничего не забудете.